Всем привет! Сегодня я покажу вам еще один вариант, как сделать цветок из резинок без станка. И на этот раз я использовала не только резинки, но еще и застежки. Всего мне понадобилось для каждого цветка 19 резинок и 6 застежек. Это, конечно, в том случае, если вы хотите цветок с 6 лепестками. Если 5, то тогда, соответственно, вам понадобится меньше материала. Если, допустим, 7 или 8, то, конечно, больше. Я беру сразу 3 резинки, растягиваю между пальцев и теперь соединяю с помощью застежки. Вот таким образом. Получилась как бы такая восьмерка, и таких я сделаю сейчас 6 штук. Теперь я все лепестки собираю на крючок. А теперь все лепестки я переношу на одну резинку. Thank you.
Все готово. Я надеюсь, что вам понравилось, что урок оказался для вас полезным. Обязательно ставьте мне большой палец вверх и пишите комментарии. И я с вами прощаюсь, до новых встреч. Желаю всего наилучшего. Пока!